будемо розпочинати, зокрема, і заяви народної депутатки Безугової. Вона говорить про те, що Олександр Сирський готовий підписувати різні варіанти капітуляції та примусу до миру, тому що не вірить у перемогу України. Також додам, що, зокрема, Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони ухвалив рішення сьогодні про відкликання її з голови тільки підкомітету з питань демократичного та цивільного контролю. Як ви вважаєте, Роман Григорович, що стоїть за ось цим, ну, ж таки, за цією заявою народної депутатки, до чого вона може готувати, в принципі, суспільство, і ну, як би вона це відреагувала? Ну, давайте так, за цим заявленням, як мінімум, стоїть посттравматичний синдром. Ну, є ця біда у нас, у всіх українців, ПТСР, вже його можна чітко определяти, і далі, я когда-то говорил, это очень хороший стартовый, так сказать, капитал для того, чтобы требовать 40 триллионов долларов от россиян, 40 миллионов украинцев по миллиону долларов как раз за этот ПТСР, потому что мы уже 10-й год находимся под ударами российских войск, и 3-й год уже непосредственно в каждой точке Украины возможно приход российских дальних средств поражения. А это ПТСР в чистом виде, потому не стоит строго судить Безуглую и всех остальных, когда идет вот такой перехлёст по некоторым позициям, люди уже не чувствуют граней некоторых. И здесь, ну, это психологи, которые специалисты в этом деле, конечно, разберут по косточкам, разложат по полочкам, но еще раз повторюсь, вот не судите строго. Ни Безуглую, ни кого-то другого, который иногда контроверсивные версии забрасывает. Я не думаю, что это уже именно какой-то специальный вброс. Это может быть съем информации, там, где рядом она топчется, она же болтается между этими канцелярскими крысами, то у одной крысы что-то услышит, то у другой. А этот ПТСР срабатывает так, что как только где-то какая-то угроза возникает, он тут же ее умножает там на тысячу и, естественно, вываливается в эфир, допустим, такого рода люди, как Безуглая, ну, неважно, опять же, не только, дело не в Безуглой, не в личностях, ни в коем случае, дело в определенном характере. Он тут же, если есть механизм, выплескивает это все на... Потому с этой точки зрения вот Безуглую лучше на данный момент не замечать, пока она не пролечится. У хорошего психолога, вот если пролечится, когда психологи дадут ей справку о том, что она не больна с этой точки зрения, то, ну, это долгий период, практически нереально. А вот непосредственно, допустим, по действиям, ну, поверьте, у меня достаточное количество друзей, в том числе и в Генштабе, и, ну, нет у Сырского даже не только мысли, да, даже намека на мысль сдаваться, капитулировать или так далее, и тому подобное. Вот канцелярских крыс такая позиция Сырского как раз не устраивает. Почему? Потому что они же болтались, они не знали, как сдаться. В 22-м году мы видели, как они сдавались. В прошлом году начали пытаться сдаться. Зимой этого года там через Стамбул пытались опять подсдаться. Сейчас вон какие-то формулы мира носятся с ними, как дурень со ступою. То есть они никак с этой темы не уйдут и хотят с больной головы на здоровую переложить. Понимаешь, что идет негатив по этой идее сдаться, причем негатив идет сильнейший из армии, из общества, и этот негатив надо куда-то перевести. Вот они пытаются перевести на Сырского. Нашли на кого, называется. То есть, ну, еще раз повторюсь, я больше Безуглой знаю, что творится в Генштабе и вообще все, что с Сырским связано. Ну, человек конкретно настроен на победу. Он довольно-таки скрупулезно относится к выполнению определенных задач, и, поверьте, ни о какой капитуляции речи быть не может, если это касается Сырского и его команды, которая сейчас набирается для выполнения определенных задач. Это раз, это только раз. А второе реально. Просто такие люди, как Безуглая, просто не знают, как даже капитулируют, как вообще двигается сама система этих военных отношений, как начинаются войны, как заканчиваются войны, не может главнокомандующий капитулировать, если есть живой верховный главнокомандующий. То есть это Безуглая намекает на то, что Зеленский куда-то денется и право подписи перейдет кому? Сырскому? Только в этом случае. И то не факт, что напрямую. Там же еще очень много определенных механизмов, которые при живом верховном или, не дай бог, что-то с ним случится,
не дадут возможности главкому просто подписать любую капитуляцию. Это технически невозможно. Потому то, что говорит, о чем говорит Безуглый, она просто не понимает, о чем речь. То есть она не понимает механизмов определенных действий. Тобто, коли вона говорить про те, що Сирський знижує боєздатність та вбиває людей і каже, що потрібно втручання президента, це не може бути анонсом про якесь можливе звільнення з Олександра Сирського? Это может быть пробоем ситуации, это может быть вбросом, опять же, канцелярские крысы. Мы сколько раз вам про эту ветвь нашей исполнительной власти говорим. То есть они могут пробивать через таких людей, как Безуглая, иногда даже не напрямую, просто пользуясь некоторыми ее восприятием видения, ее видения, по крайней мере, механизмами передачи дальше в информационное поле, пользуясь в темную, это называется, вбрасывая ей какие-то месседжи, которые она потом ретранслирует. Не только она, еще раз повторюсь, вот от Безуглой лучше отойти, потому что с человеком там реальные какие-то проблемы на всех уровнях есть. А вот такого рода действия, такого рода месседжи вбрасываются для того, чтобы напосмотреть, называется, то есть посмотреть на реакцию и дальше посмотреть, как из нее выруливать. Но это не очень хорошо влияет на главкома, это не очень хорошо влияет на весь генштаб, на систему управления и вообще на армию. Почему политикам лучше в этом смысле, я уже несколько раз говорил, ротики позакрывать, ручки посвязывать и ножки подсвязывать, и где-то как мунями положить, чтобы просто не лезли своими такими пробросами, вбросами в работу вооруженных сил Украины. Единственное, что есть некоторые месседжи, которые, они на поверхности лежат, да, связанные, допустим, там, с неготовностью там, вооруженных сил выполнять боевые задачи там, при главкоме таком-то. Ну так это не готовность не от главкома зависит, это как раз готовность или неготовность вооруженных сил выполнять боевые задачи непосредственно зависит от канцелярских крыс и таких, как Безуглая, то есть от законодательной власти в том числе. Военные просят, наверное, не просят, есть определенные планы, допустим, мобилизационные, просят поставки строймотивированных и профпригодных военнослужащих. А политики что делают? Они собирают всех подряд и суют в армию людей, которые не профпригодные, не мотивированные, которые воевать не могут и не будут. А потом рассказывают сказки о том, что главком виноват, что армия не боеспособна. Так извините, а кого вы поставили? Кого вы мотивировали, в конце концов? Чем вы мотивировали? Вы мотивировали зарплатой, вернее, денежным содержанием, соцпакетом? Нет. Попытались мотивировать кнутом? Так извините, из-под кнута вы ничего не получите. Профармию вы не получите. Вы получите стадо чмобиков, по большому счету, которые не воевать, во-первых, не могут и не хотят, потому что не могут. Вот и все, вот эта проблема. И вот об этой проблеме, когда начинают поднимать эти говорящие головы нашей канцелярии, они же не понимают, что они сами же себя и бьют этой проблемой. Потому что это их задача была, по крайней мере. А если вы не способны с этой задачей справиться, вопросов нет, отойдите в сторону, занимайтесь сельским хозяйством, растите что-то, потом убирайте, пытайтесь это продать, не лезьте тогда в армию, дайте возможность армии самой набрать для себя мотивированных и профпригодных. Прямой рекрутинг, уберите ТЦК, уберите все эти наносные механизмы, они абсолютно не нужны. Дайте возможность комбригам самим отбирать, набирать людей для того, чтобы выполнять боевую задачу. Вот так будет правильно. А то, что пытаются через Безуглых, я специально это говорю, потому что не она одна используется как утюг, говорящий, канцелярия забросить в информационное поле, ну уже дурных нема. Вот кого-кого, а вот в Украине уже дурных не осталось.